Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. В этом видеоролике мы с вами поговорим, как решить проблему с отрядами. Если у вас куча членов в отряде и вы не можете никого исключить из-за этого сраного бага, вот это решение. У решения данной проблемы существует два пункта. Пункт первый. Если в вашем отряде находятся члены отряда, которые в офлайне, и вы не знаете, кто это такие, то бишь левые люди. Тогда для этого надо распустить отряд и заново его купить, потратить $200, и тогда ваш отряд обнулится. И пункт второй. Для того, чтобы полностью очистить отряд из тех людей, которые ваши друзья, или те, которые есть у вас в друзьях, для этого надо зайти к вашему другу, то есть игроки, дальше выбрать друзей и исключить его из отряда. Даже если он офлайн, у вас автоматически он выйдет из отряда. То есть вы бегаете в 7 человек, вы знаете, с кем вы бегаете, человек забыл выйти, вам срочно нужен плюс один, места нет, зашли на этого человека, кикнули его из отряда. Пока на данный момент это единственные меры борьбы с этим багом. Спасибо, подписываемся на канал, ставим лайки, стараемся искать для вас выходы в любой ситуации.